Я знаю. Я знаю тебя. Знаю, как ты страдаешь. Я вижу это. Вижу, как ты мучаешься от фантомных болей в мозгу, когда заходишь на очередной саб-сервер. Однотипные сервера, эти однотипные маппинги и скриптовый мод. Ты пытался разбавить эту боль, играя в криминальную Россию, но твоя боль ушла только на время. Я пришел помочь и предложить тебе что-то новое. От создателей уникального многофункционального мода без ГМО и красителей Roller Game Criminal Russia. Новый сервер на модификации GTA United, включающий в себя две карты: Солнечный Vice City и мрачный как лицо школьника после полученной двойки по алгебре город Liberty City. Ты можешь отправиться в солнечный Майами греть свои булки или развлекать свое виртуальное накачанное тело по-взрослому. Например, как Томми Версетти, проворачивая грязные дела. А если тебе по душе вечно хмурый и дождливый Liberty City, тогда тебе определенно захочется побывать на низкотекстурном Brighton Beach, где ты почувствуешь себя как дома. Там ты сможешь заняться такими замечательными делами, как торговля оружием, людьми, наркотиками, а также найти себе настоящих друзей, разделяющих твое безобидное хобби. Решать только тебе. Старт разработки сервера RG United уже начат. У нас вы получите, как всегда, отличный мод и функционал. Задача создать хорошую атмосферу игры возлагается на вас, мои дорогие друзья. Вступайте в официальное сообщество ВКонтакте и будьте в курсе последних событий. Ссылка на группу будет в описании под видео. До скорого!